Начата карантинная процедура. Ожидайте дальнейших инструкций. Мы внушаем детям, что Хилгаст и чудовище. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Сегодня утром мы потеряли еще троих. Лишь смерть. Мне больше нечего сказать. Я убеждаю себя в том, что это все на благо Векты, но я ведь знаю, что это неправильно. Ведь жизнь, любая жизнь, бесценна. Не знаю, сколько я еще смогу это выносить. Шлюз закрыт. Это не тебе решать. Просто делай свою работу. Сегодня был у Масар. Хотел высказать ей все, но когда я наконец нашел ее, ничего не смог из себя выдавить. Просто стоял, как испуганный идиот. К счастью, она не поняла, чего я хотел. Они все мертвы. Она была настолько занята, что не поняла. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Последние испытания прошли успешно. Внимание! Заражение! Женька, я скучаю по тебе. Ты будешь особенной. Столовая закрыта. Еду и напитки. Я не знаю, что задумала Масар. Нужна. Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. Рассказал, как ужасно в действительности жизнь. Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Поначалу они на нас даже смотреть не хотели. С одной стороны, вектанцы в какой-то степени зауважали нас за такой подход. Но ты все равно была права, мама. Они никогда не смогут принять нас. Чем усерднее мы работаем, тем больше получаем оскорблений. Начиналось все с безобидных подколок. Потом над нами стали насмехаться открыто. Я с трудом сдерживаю себя. Наверное, запуск блокировки.
Внимание! Заражение! Запуск блокировки! Мне приходится работать в две смены. Адаптироваться или умереть – вот мой выбор.